На мой взгляд, через некоторое время Евросоюз, будем говорить, государство, которое является флагманом Евросоюза, там Германия, в меньшей степени Франция, наверное, да, то есть они поймут, что им очень невыгодно, в принципе, дотировать в дальнейшем Украину, потому что я сомневаюсь, что Порошенко и, в принципе, та власть, которая формируется сейчас в Киеве, будет способна экономику Украины в состоянии фактически полной разрухи поднять за такой короткий промежуток времени. Евросоюз, конечно же, это, наверное, хорошо. Вот и все думают, что стоит в него вступать, и что государство станет лучше после вступления в Евросоюз. Но это совершенно не так. В жизни происходит немного иначе. Я гастролировала в Европе, и все люди, которые упоминают Евросоюз, они упоминают его не самыми хорошими словами, они говорят, что они стали жить хуже, что бедность возросла даже, вот, и что они жалеют, что их страна вступила в Евросоюз, соответственно. Нельзя сказать, что люди, которые там живут, в этих государствах, получили от вхождения в Евросоюз что-то особенное. Насколько я знаю, что предприятия ликвидированы. Ну, например, в Венгрии ликвидированы практически все предприятия по переработке овощей и фруктов. Их просто скупили и обанкротили для того, чтобы рынок освободить для себя. Надо было как-то все-таки словами договариваться. До того, как все это случилось, внимательно читать то, что они там сами подписывают, потому что не все так просто в этом вопросе.